все вместе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Боже, хорошо, сегодня нас много. Давайте, наверное, я тогда вот сюда сяду в начале стола, а вы садитесь вот так, чтобы вам всем можно было за стол сесть и писать. Садитесь сюда, сюда, садитесь. Давай, ровненько, сиди, ты что, лег на стол прям? Только рукой вот так подержи, не ложись, вот так. Ты не видишь, зачем так сильно наклоняешься? Так, сейчас я стульчик только возьму. Кто вспомнит, какой стих прошлое занятие я задавала учить? Вспомнит, а не прочитает. Руки поднимайте. Лес рук. Сейчас. Так. Тарас. Тарасий. Его благодать через веру и селение от вас. Нет, очень сильно ошибся. Не до конца доучил, давай. Ефесян 2.8. Так. Его благодать вы спасены через веру и селение от вас. Боже, да. А, да. Тарас, понял, да, в чем ошибка? Ты пропустил там два слова. Кто еще? Давайте все вместе тогда прочитаем этот стих. Упс. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. И сие не от вас Божий дар. Мы это разобрали, да? Что спасение не от вас, это дар Божий. Дар, то есть подарок. А до этого какой мы стих о вере учили? Кто там стучит по столу ногами? Кто рядом с малышами сидит, следите за ними, чтобы они не баловались. И чтобы не стучали. Так, какой мы стих о вере учили? До этого, из послания к Иакову. Кто вспомнит? Так, и Фросиня помнит. Агнюша помнит с галереи? Покажи мне. Веры твоей. Тише, тише, нет, я их спрашиваю. Леру и Агнюшу, вот там они. Ну давай, говори, покажи мне. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел мою. Правильно. Ну а что молчишь, что не знаешь? Стесняешься? Иакова 2.18. Покажи мне веру твою. Давайте тоже все вместе проговорим этот стих, чтобы повторять. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою без дел моих. Тоже понятно, да, стих о чем? Нестор, все же понятно? А что ты пишешь? Мы же писали, или тебя не было? У меня не было. Ну, тогда перепиши его. Потому что я вот уже говорила, да вот крупный пусть пишет, что я еще подумаю, как в виде задания или в виде тестов проведем контрольную проверку знаний на вот эти все предыдущие стихи. Хорошо? Может быть, нужно будет дописать, стих будет начало, нужно будет дописать. Может быть, указать место писания и так далее. Поэтому тетрадочки забирайте с собой домой, дома повторяйте эти стихи. Хорошо? Угу, Тараси. Повторить надо будет. Это, ну, примерно, я думаю, что где-то к концу декабря, может быть, мы такой срез знаний сделаем. Угу. Иван, я тоже тетрадочка красивая. Все записано, да? Повторишь. Все стихи мы с вами учим, поэтому вам их нужно будет только повторить, освежить ваши знания. И сегодня будет у нас новый стих, и мы поговорим именно по этой теме. Вот посмотрите на эту картину, посмотрите. Нравится вам эта картина? Она вот такая уже потемнела. Ну понятно, да, что там? Какой сюжет? Какое место? Что там изображено? Ну, распятие Христа.
распятие Христа. Ну, давай начнем, что там изображено евангельское событие. Мы видим крест, да? Мы видим воинов, мы видим Христа. Что еще видим? Плачущие, женщины. Вот это, кто там, женщины, да, вот там вот, вообще вот там, где лица нету, вот закрывает. То есть мы видим момент, как это, скорее всего, события, которые... Сейчас я посмотрю, если Христос еще не был... О, Галя, это не заметила. Это когда еще они идут, да, это до распятия, Нестор. Вот я тоже подошла, посмотрела, еще ран нету, он упал изнеможденный тяжестью Христа, когда он шел на Голгофу. И помните, попросили нести кого? Кто помнит? Не пастуха, а кто там в поле шел? Задание вам. Посмотрите в Евангелии. Там есть четко имя этого человека, которому поручили донести крест до Голгофы. Хорошо? Найдешь место? Да, похоже, да. Так. И вот давайте разберем такой вот стих, который мы видим над этой картиной. Потому что это... Разница есть какая-то, нет? Посмотри, сравни. Гюстава Доре. Ну да, то есть это по картине Гюстава Доре, вот какой-то местный, да, художник нарисовал? Ну там остальные у него, это упустило, эти картины. Да, вот это дальше. Фона. Это, нет. Дальше нету, это да. Более широкое. А так остальное сходится? Сходится, да. Видно, хороший художник рисовал. Тут все красное, а тут... Нет, тут разукрашивал, было черно-белое. Это дядя Игорь разукрашивал. Это в нашем третьем томе. Толковать. Покажите им, они тоже хотят. Вот. Так вот, держи, чтобы не уронить. Вот так вот, порядок. Посмотрите. Пустите вот эту сторону. Вот такая она, полная гравюра Гюстава Доре. Так, и мы видим там стих. Вот смотрите картинку, а другие посмотрите наверх. Нижний стих, Фрось, прочитай, вот где написано «Кровь». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Так, 1 Иоанна, 1:7. Это не весь стих здесь размещен, а частично он помещен, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А полный стих, это первое послание Иоанна, звучит так. Если же ходим во свете, подобно как Он с большой буквы имеется в виду Христос, Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, дальше вот как там, очищает нас от всякого греха. Вот смотрите этот стих. Все сняли? Давайте его запишем в тетрадочках. Можете написать сегодняшнюю дату. Давай. Тарас, посмотри, посмотри. Видел, да? Ну все. Можно закрыть. Ну, я положу на место. Сегодня у нас какое сегодня? 17. 17, 11, 19. И пишем новый стих. Можете написать только место, а дома сами стих выпишите. Иоанна, 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, Он Христос, то есть, то имеем общение друг с другом. А дальше уже как вот там. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. У нас здесь вот многие стихи из Библии, которые мы с вами вот учили. Например, вот это. Выпишите с вами. Так, давайте поговорим, параллельно вы пишете, поговорим, что такое, если же ходим во свете. Как думаете? То есть идем. Что значит ходить? Так, идем за Христом. Ну, это же тоже образное выражение, да? Ты же вот, ну вот сейчас ты идешь за Христом. Идешь прям взял ноги и пошел. Раз, два шагами. То есть это как.
синоним, да, ходить во свете, идти за Христом, идти за светом. А у нас здесь по-человечески, как это, что это значит делать? Вот нам здесь, вот сегодня, мне, тебе, Ивану, Фросе, Тарасию, всем, что это значит быть во свете? Полина, обе Полины, что такое, как вы думаете, вот ходим во свете, как значит ходить во свете, как значит быть во свете, ну, своими словами. Как думаете? Верующий. Быть верующим. Так, быть верующим человеком. То есть верить в Бога, да? Так, еще Полина. Ходить в храм. Так. А в храм ходить зачем? Для молитвы. То есть молиться, да? Быть верующим, молиться. Что еще значит ходить во свете, Ефросинья? Изучать Святое Писание. Изучать Слово Божие. Так, кто еще? Игнатий. Я хотел подсказать, чтобы правильно сидели. Левая рука поддерживается. Я уже подсказал, он все равно заваливается. Ему трудно отвыкнуть от этого. Во всем мире везде порядок. Как отдавать честь на дорогах? Приучитесь. Левая рука вот так вот кладется вот на тетрадку. Правая пишет. Не целиком, ладонью. Не понимаю. Рукава натягиваете. Не надо натягивать. Даже своих слов. Вот так вот. Раз. Вот. Он как держит там? Он даже там маленькая девочка, правильно всех, наверное, держит. Машенька. Вот это вот, угловая. Маша, молодец. Не облокачивайтесь на стол, Сирахов говорит. Зачем бы он говорил? Стыдись облокачивания, то есть по-другому бесстыдство. Хотя это еще о пище идет. У вас еще молодые спинки, ребятишки. И если их приучить вот в этом растянутом состоянии, как кочерга вот так согнуться, вы потом во взрослом состоянии уже не сможете. Вот даже захотите, но вы не сможете ровно сидеть, писать. Так и сидят. У меня вот на работе есть, я вижу, вот прям вот так вот. Зрение хорошее, но вот и вот так вот пишут, прям действительно ложатся на стол. И уже ничего сделать не могут, потому что ну все, уже возраст. А привычка с детства сформирована. А в детстве вот прям себя заставлять. Вот представьте, что у вас книжка на голове лежит. Чуть-чуть наклон. Привыкните, и так будете всегда писать ровненько. А ощущение, что как будто плохо видите, и вот прям хотите разобрать. Вон Иван так пишет мелко, там буквы, даже вот я сижу, не вижу, что он там пишет. Что из-за ручки? Ручка плохая. Ну, тускнеет тоже совсем. Ну, принеси хорошую, положи. Чтобы она будет именно твоя, можешь даже подписать на ней. Иван, ты у нас один Иван. Я хотел сказать, мне прислали фотографию, я смотрю, вот так, рука на руку, вот так вот, сидят мусульманки, 30 человек, девочки вот такого-то, ни одна никуда. Мне один раз сказал, учился, японец учил когда, у него такая линейка, он говорит, ходит с ней, если я облокотился, он говорит, по такой волдырь будет стоять. И мусульмане прям наказывают, прям на уроке ухватают и плеткой, все как один сидят. Нам зачем это ждать? Мы добровольно перед Христом, благоговейно, говорит. За обедом, как в алтаре, веди себя. Тем более, учеба – это духовная пища. Рука за руку, вот так положи, ну, вот так положи руки. Вот так вот они сидят, когда не пишут. Одна, как вот в ряд выстроены все. Так, что еще кто, как думает, ходить во свете? Вот, например, вот представьте, например, говорим о каком-то христианине или христианке, и говорим, она ходит во свете. Что мы подразумеваем? Когда так на нее, если кто-то скажет, она ходит во свете. Все записали этот стих, да? Можно опустить? Ну, это, прежде всего, что? Благочестивый образ жизни. И не только жизни, но и образ мышления, мнения, отношения к любому событию. Все оценивается с точки зрения, а что бы об этом подумал Господь, сказал бы, а что об этом говорит Библия? И вот это называется мышление. Человек даже мыслит благочестиво, а не просто вот оделся как христианин, а в голове там тараканчики пляшут, да, и так далее. То есть даже мысли и образ, и внешность, и поведение человека, никаких кривляний, никаких вот этих вот ужимок, таких вот, как неверующие очень любят. То есть даже снаружи посмотреть, и видно, что порядочный, благочестивый человек. Ну, Игнатий все время говорит, что издалека даже можно вот будет стать компания, можно будет понять,
какая из двух компаний, где стоят верующие, где стоят безбожники. Можно же понять издалека? Даже не подходить, не слышать ни одного слова, что они говорят. Как ужимаются, как руками машут, какие жесты показывают. Даже если не видно там, в какой они одежде, а вот просто по движениям, по мимике, уже можно понять, верующий, неверующий. Еще что значит ходить во свете? Во свете ходить – это значит признавать свои грехи. Признавать свои грехи. Ведь если человек признает свои грехи, то он способен их что делать? Исправить, исповедать и исправиться. Правильно. А кроме исповедания, что прежде всего, если человек признал свой грех? «Я согрешил». Сразу, даже не дожидаясь исповеди, даже не дожидаясь того, когда наступит пост, или кто-то пойдет на исповедь, покаяться уже сейчас, прямо сейчас пред Богом. А если это грех против человека конкретного, то попросить у этого человека прощения, да? А потом и пред Богом принести покаяние. Но сначала примириться с этим человеком, понятно? То есть признать свой грех – это первый шаг для того, чтобы его исправить и отойти от этого греха. Потому что очень много сейчас, почему я об этом говорю, люди грехов не признают. И явные даже грехи называют, что это вовсе не грех. Вы можете прям пункты писать. Что такое? Вот первый пункт мы что написали? Благочестивый образ жизни. Что значит ходить во свете? Да, что значит ходить во свете? Первый пункт. Благочестивый образ жизни. Кратко себе конспектируйте. Второй пункт. Полин, пиши. Ты хорошо конспектируешь. Второй пункт. Признать свои грехи. Вот уже по жизненному опыту, какие-то беседы, если получаются с людьми, оказывается, что люди не понимают, что грех, что не грех. И однажды вот я разговаривала, оказывается, абсолютно не признают, вообще никаких грехов не существует. Вот любое называешь, ну разве что убийство. И я говорю, ну, наверное, уже скоро убийство найдут какое-то этому оправдание. То есть грехов нет. Даже самые скверные грехи, самые неприятные пред Господом, которые называют и оправдывают, ну как это же, ну, Бог есть любовь, и Он на стороне любви и чувств и так далее. Поэтому все оправдывается. До такого доходят. Есть такие церкви, которые считают себя христианами. Они закрывают глаза на явные места Писания и перефразируют другие места Писания, что творят явные беззакония уже прямо в церкви. Не просто пришли и дома грешат, а в церкви благочестиво себя ведут. В церкви. Такие есть, это, конечно, не православные, даже не католические, а есть такие направления. Кто сегодня стучит? Бум-бум-бум-бум по полу. Ну, холодно мне, что? Блин, ты что? Вот вплоть до того, что как-то давно я читала, что приводят в церковь кошек-собак, и там производят им венчание. Христианскую церковь, представляете? Но это такое отступничество, что уже даже нельзя их христианами назвать, но они так себя считают, что просто такое кощунство совершают, беззаконие прям, и не видят в этом вообще никакого греха. А уж человеческие там какие-то грехи тоже всему находят оправдание, при том, что, держа Библию в руках, вот так манипулируют и выворачивают все, что черное, делают белым. И получается, что вообще нет греха. И, соответственно, признавать никаких грехов они и не будут, и не собираются. Живут в грехах и считают, что каяться им абсолютно не в чем. Поэтому признать грех, понять, что это действительно грех, и пред Богом это мерзость, это первый шаг для того, чтобы и покаяться, и исповедать его. Так, третий пункт. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди. И какие самые две главные заповеди?
Возлюби Господа всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Ну, зачем? Ты правильно говоришь. Возлюби ближе. Возлюби Господа своего. Правильно. Всем сердцем и всей крепостью твоей. А вторая? Возлюби ближнего своего себя. Правильно. Нестору сегодня пятерка. Ну и Фросине тоже. Слышали? Всем слышно было? Главные две заповеди. Возлюби Господа своего всем сердцем, всей крепостью. И вторая. Возлюби ближнего своего. И в этих двух заповедях заложены все остальные заповеди. Вот все остальные заповеди, которые мы знаем, там, что почитать родителей, не убий. Ведь они все заложены в одно. Возлюби ближнего своего, правильно? Ведь если ты любишь ближнего своего, а родители, они тебе ближние, ну, самые, что ни на есть ближние, значит, их нужно любить и почитать. Если ты любишь ближнего своего, а есть заповедь «не укради», да, чтобы не красть, не присваивать ничего, все. Как ты можешь против ближнего, которого ты любишь, у него что-то украсть, причинить ему такое горе, печаль? Соответственно, в этой заповеди любви заложено и «не укради», и «не убей», и «почитай», и все остальные заповеди, правильно? Все эти 10 заповедей, они уложены в эти две. Возлюби Господа и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы любите себя? Любите себя? Значит, надо тоже любить. Я люблю себя, вот я для себя вот все, и поесть, и одежда, и чтобы тепло. Вот холодно, я вот потеплее оденусь. Вот так же нужно и заботиться, и любить ближнего своего. Если ему холодно, значит, помочь ему согреться. Если ему голодно, значит, напитать. Христос, когда говорил, как будет проходить страшный суд, он говорит, не накормили, не напоили, не посетили. Так все просто. Накормить алчущего, напоить жаждущего, посетить больного, посетить того, кто в темнице находился. И говорит, вы посетили меня, накормили меня, напоили меня, то есть Господа. То есть в виде каждого своего, кто... У вас ближний вокруг вас, нужно видеть Христа и заботиться, и помогать ему, как будто это сам Христос. И на суде Божьем Христос скажет, вот Нестор, он мне помогал, он мне накормил, а в тот раз я вот болела, он мне напоил, лечил, там посетил, помощь мне пришел, там огород прополол, у меня там ноги болели, да, у дяди Игоря ноги болят, он там, тетя Марина уехала, Нестор... Пришел с Иваном, там весь огород ему обработали, все сделали. А вы скажете, да когда я это делал, да? Когда это было? Ну как, когда? Когда вот дядя Игорь помогали, на самом деле помогли не дяде Игорю, а мне. Ну это мы как бы сейчас перефразируем, да, Христос сказал, мне помогали. А другие говорят, а мы там то, другое. Он говорит, отойдите от меня, и пойдут они по левую руку. Вы мне не сделали, вы мне не помогли. Сейчас пойдем. Ладно, вот три пункта мы прошли, следующий пройдем на следующем занятии. Будет продолжение. И этот стих учим. 1 Иоанна 1,7. Давайте поблагодарим Господа. Встаем. Господи, мы благодарим Тебя за это занятие. Помоги нам, Господи. Ходить во свете, соблюдать заповеди Твои, признавать грехи свои, любить ближнего своего. Помоги нам, Господи, не уклониться от истинного пути. Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, идите в храм. Давайте заберем. Хорошо, и хвалю. Там только мои ниточки. Да, если потом не забудь ее, хорошо? Листовки мои там. Свет выключишь.
Очерни Тати Сыны, очерни Господь боящихся Его, яко Ты познал создание наше, поминуя копей здесь мы, человек, яко Траводнику, яко Цветельный так отцветит, яко Дух пройдем нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сыне всему хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.